Друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня мы готовим салат на праздничный стол, называется вкусный, с консервированным тунцом или любыми рыбными консервами в собственном соку, творогом, любой салатной зеленью. У меня сегодня шпинат и огурцами. Я взяла посуду, нагреваю воду, дожидаюсь, пока она закипит, и буду ошпаривать шпинат. Ну а пока нагревается вода, на терочке натираем огурчики. Пропорции будут указаны под видео. Друзья, огурчики немного присаливаем, перемешиваем, и пусть они немного постоят. У нас закипела вода. Отправляем немного соли, перемешаем, и сюда в воду отправляем подготовленную зелень. Но это в том случае, если мы используем шпинат. Так мы поступаем только со шпинатом. Если у нас любая салатная зелень, просто промыть, просушить и меленько нарезать. Со шпинатом поступаем именно так. Ошпариваем в крутом кипятке. Выключаем газ и отправляем ошпаренный шпинат в ледяную воду. Друзья, шпинат мы ошпарили, подержали в ледяной воде. Если у вас шпинат магазинный замороженный, вы размораживаете его, кладете в холодную воду и сильно отжимаете. Шпинат держали в ледяной воде и хорошо отжимаем от воды. Сильно-сильно. Выкладываем в мисочку. Теперь шпинат беленько порежем. Я это делаю ножницами. Шпинат мы ошпаривали в соленой воде. Нам осталось его немного приправить растительным маслом. Совсем чуть-чуть. Наша зелень готова. У нас минут 5 простояли огурцы подсоленные. Отжимаем их сильно-сильно. И перекладываем в мисочку. Огурчики мы тоже подготовили, отставляем в сторонку. Занимаемся творогом. У меня мягкий влажный творог. Я сюда отправляю капельку сыра натертого, любого. Добавляем сюда натертый чеснок или выдавленный через пресс. Чуть подсаливаем. Не забываем, что у нас в сыре есть соль. Это все надо хорошо перемешать. Вот такая масса у нас получилась. Отставляем в сторонку. Сейчас занимаемся тунцом. У меня две баночки по 150 граммов. Открываем. Сливаем жидкость. У меня тунец в собственном соку. Выкладываем в мисочку. То же самое проделаем со второй баночкой. Сливаем жидкость. И выкладываем в мисочку. Друзья, я вам сказала, что вместо тунца можно использовать любые рыбные консервы. Но желательно, чтобы они были в собственном соку, без добавления масла. К тунцу мы отправляем одну луковицу. Я ее меленько порезала. И черный молотый перец свежего помола. Все это хорошо надо перемешать и помять. Все ингредиенты у нас подготовлены. Начнем собирать салатик. Я взяла блюдо, поставила кольцо. Положила внутрь винил и на самое дно блюда выкладываем половину отдавленного огурца. Распределяем, прижимая пальцами по дну блюда. Следующим слоем у нас идет тунец. От общей нормы берем половину. Выкладываем на огурцы. Тоже хорошо распределяем и придавливаем в перчатках. После тунца идет подготовленный творог. От общей массы берем половину. Распределяем по тунцу. После творога идет шпинат. Шпинат мы не делим, выкладываем одним слоем. Ну
Или же, если у вас не шпинат, а салатная зелень, то мелко порезанная любая салатная зелень. Это может быть даже петрушка. Может быть петрушка с укропом. Может быть салат айсберг. Любая салатная зелень. Хорошо придавили. Следом идет опять оставшийся тунец. Выкладываем вторую половину от общей нормы. Хорошо утрамбовываем. Очередь опять творожной массы. Смотрите сами, сыра можете добавить побольше, кому как нравится. Творожную массу выкладываем полностью. Ну и завершаем нашу конструкцию оставшимся огурцом. Отжимаем и выкладываем поверх. Распределяем по всей поверхности. Ну и теперь наш салатик немного украсим. У меня 4 помидорки черри. Нарезаем слайс. Ну и произвольно украшаем. Друзья, наш салатик осталось подать. Снимаем кольцо, снимаем винил. И вот такой чудненький вкусный салат у нас получился. Почему бы не приготовить его на 8 марта? Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!